Ну вот, привет, огурчики. Почти 3 недели мы были с вами в разлуке. И что меня здесь встретило? Ну, естественно, конечно, ситуация какая. Перерощенные дылды, огурцы, не без этого. Есть маленькие и даже есть цветущие, что вообще-то я даже не ожидала. Какие есть маленькие даже. Не знаю, будут они расти или не будут. В принципе, ситуация абсолютно нормальная. Такие дылды, конечно. Ой, вообще. Вот. Ну, какие переростки. Сумасшедшие просто. Ребята, ну все, в принципе, предсказуемо, конечно, листья и больные, и сухие, но были вроде как заморозки, поэтому ничего удивительного нет вообще. Ничего удивительного нет. Китаец вырос, вон там дылдушки тоже выросли. Все предсказуемо. Вот так. Помидорно-перечная теплица. Практически 3-недельное мое отсутствие. Встретила меня чудесно. Моя система на 99,9% работала, которую я оставила. Кроме вот одной бодейки. Одна бодейка у меня почему-то с водой так и осталась. Ну, ничего страшного. Даже с учетом этого, помидор, в принципе, неплохо себя чувствовал. Мое отсутствие. Покраснели так называемые шарпеи. Я точного названия не знаю этого сорта. А даже вот небольшие огурчики тут рождаются у этого сорта. И все, в принципе, очень даже неплохо. Я ждал худшего. Еще даже растут. Очень много пасынков, которые надо убирать. И перцы тоже себя показали неплохо. Которые я оставила, покраснели, а некоторые даже и начали расти. Вот я их оставила специально, думаю, ну там пусть выкинуть всегда успею. Неплохо даже цветут. Ну тут уже, конечно, я не буду, наверное, оставлять, посмотрим по настроению. Некоторые помидорчики даже упали. Огурьки я обрезала, а он пускает вон молодежь. Тоже растет себе прекрасно. Здесь я вообще банку даже не ставила. И в результате даже себя неплохо чувствовал. Я прямо хорошо полила. И здесь помидоры меня порадовали. Прям на удивление. Некоторые помидорки попадали. Вон там тоже лежат. Некоторые лопнули, треснули. Тоже, в принципе, все абсолютно не критично. Растут себе хорошо, даже зеленые. Сейчас температура-то неплохая. Был ноль. Вот был минус или нет, точно не знаю. Ну, теплица, слава богу, поддержала плюс. А на улице, конечно, кабачки уже кукнулись. Здесь ветка сломалась. В этой черной грозди там валяется. Да, и ведре здесь, в принципе, все время поливал, когда было жарко, каждый день, иначе веточки все сникали. А тут, в принципе, даже мое отсутствие очень даже все. Ну, короче, я удивлена. Даже перчики растут. Ничего себе. Вот это да. Удивление мое. Все чудесно, все прекрасно.
Ну, теперь надо заниматься делами. Так что, может быть, кому-то пригодится вот рекомендация с такими вот баклажками на время вашего отсутствия, если нет у вас картополина.